Всем привет! Сегодня в обзоре «Советский эффект» 79 года выпуска. Но сначала хочу сообщить вам две новости. Для тех, кто еще не в курсе, у канала появился Инстаграм. Обязательно подписывайтесь, если интересно, что остается за кадром. Только там все свежие новости и бэкстейдж со съемок задолго до выхода основного ролика. Ну и, пожалуй, главная новость: у мастера Алексея Козлова появился канал на Ютубе. Если вы интересуетесь изготовлением акустических гитар, то вам туда. Человек открыто делится своим богатым опытом и уникальной методикой по изготовлению высококлассных инструментов. Все тонкости, начиная с заточки инструмента и до готовой гитары, вы найдете по ссылке в описании под этим видео. Итак, этот раритет, или как по паспорту устройство для получения звуковых эффектов, выпускался на московском заводе счетно-аналитических машин. И это изделие, конечно, поражает своим литым массивным корпусом и мощными тумблерами активации эффектов. Также сразу бросается в глаза креативная эмблема в виде арфы с транзистором и русифицированные названия эффектов «фуз», «вибрато» и «вау-вау». Сейчас, конечно, все это выглядит очень эпично. Эффект в оригинале питается от батареи типа Крона, без возможности подключения сетевого адаптера. Имеет два разъема типа DIN 5. Кстати, для работы эффектов придется допаять на выходной провод перемычку между четвертым и пятым штырьками. В противном случае педаль просто не будет работать. Включать эффекты можно отдельно каждый или в любом сочетании по желанию. Начну, пожалуй, с вибрато. Тут их аж два вида: амплитудная и тембровая, с возможностью регулировки частоты модуляции. Далее эффект фуз без каких-либо настроек, очень жесткий и мега олдскульный. Эффект вау-вау с оригинальной конструкцией из лески и пружины для кручения кваква потенциометра. Вау-в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 ау
В общем и целом, это довольно забавный олдскульный артефакт из СССР. И если вдруг у вас, как у креативного творца, появилась шальная мысль включить этот агрегат в свой педалборд, сначала попробуйте попереключать тумблеры ногой. И если это вас не остановит, помните, что цепочка ваших эффектов, питающихся от одного адаптера, имеет общую землю. Как правило, это минус. В этом же эффекте советские разработчики подали на корпус плюс, поэтому во избежание поломок сначала вооружитесь паяльником. Ну а на сегодня это все. Всем рок!